house caught fire. Дословный перевод: дом схватил огонь. Мы так не говорим, поэтому дом схватил огонь, английский вариант такого выражения, мы переведем, как в русском языке есть соответствие: дом загорелся. Хотя гореть — to burn, burnt, burnt, а хватать — to catch, caught, caught. И здесь взята вторая форма глагола. Перевод первой формы to catch — ловить, поймать, схватить, перехватить. Caught — поймал. Caught — какой? Пойманный. Итак, англичане говорят: дом схватил огонь. А мы говорим: дом загорелся. Поэтому такие фразы мы просто запоминаем. Дом загорелся. The house caught fire. The house caught fire. The house caught fire. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения».